Водкой торговали рядом со школой в Ленинском районе, прямо возле учебного учреждения. Из-под полы отпускали спиртное. На этот магазин в полицию пожаловались обеспокоенные родители. Служители закона пришли сюда с проверкой и не напрасно. Изъяли 20 литров водки. Выявлен факт продажи алкогольной продукции в магазине по улице Новороссийская без соответствующей лицензии и сертификатов соответствия на реализуемую продукцию. Хорошая водка. Водка завод Раунд М. Сотрудники полиции внимательно изучают водочные этикетки. Становится понятно, что здесь продают паленый алкоголь. Теперь хозяину магазина может грозить штраф до 10 000 рублей.